Приветствую вас. Я уже отвечал вам на вопрос, на ваш. Вот. И мне, к сожалению, мало что есть добавить к тому, что я уже сказал. Пожалуй, кроме только одного. Дело в том, что ваш молодой человек явно очень устает и работает с надрывом. И игры для него это как бы отдушина, в которую он окунается после рабочего дня. И надо сказать, что здесь ситуация такова, что ему удобно. Ему удобно, ему комфортно, и его все устраивает. И надо сказать, что до тех пор, пока его будет все устраивать, пока ему будет все нравиться, я боюсь, что ситуация будет такой. То есть он не верит, откровенно не верит, в то, что вы можете от него уйти. Ну вот, прошло 5 лет, он, значит, за 5 лет привык, что вы с ним вместе, он за 5 лет привык, что вы все время рядом, всегда рядом. И, собственно говоря, ему незачем что-либо менять. Понимаете? Ему незачем что-либо менять в своей жизни вообще. И до тех пор, пока вы будете позволять ему находиться в этой ситуации, я думаю, что ничего не изменится совершенно. Вы правы, он совершенно не думает о вас. Вы правы, что в том, что он думает только о себе. Вы правы в том, что он не ценит вас, не заботится, не помогает. А зачем? Вы все это взяли на себя. У него работа, он работает без выходных. И понимаете, вопрос к нему. Зачем он выбрал такой образ жизни? Почему он выбрал такую работу? В которой вы занимаете вот такое вот место в его жизни. Это вопрос. И вопрос к вам. Вы думаете, что мужчина изменит что-то до тех пор, пока вы терпите то, что произошло? Вы думаете, мужчина кто-то поменяет, пока вы не проявите жесткость и не скажете о том, что вас это достало, что вы так больше не хотите? Или вас что-то удерживает рядом с ним? Подумайте об этом. Понимаете, если вы его любите, то вы хотите, чтобы он был счастлив. А он счастлив, ему хорошо. Плохо вам. И это, к сожалению, большая проблема. Плохо вам. Я думаю, что нужно вам кардинально в своей жизни что-то менять. Я думаю, что нужно вам, именно вам, установить границу.
и сказать, донести до своего молодого человека, что вот так как продолжается дальше, так как вот сейчас происходит, дальше продолжаться не может. Либо он это меняет и больше уделяет внимание вам, либо признает, что у него есть проблемы и обращается с этой проблемой к врачам, к психотерапевтам, к психологам и так далее. Либо вы уходите. Вариантов других здесь просто нет, к сожалению. Человек не хочет что-либо менять, ему комфортно. Нужно выводить его из зоны комфорта. Как? Либо меньше бывать дома, либо вызывать у него ревность, либо отдаляться от него, вообще не общаться с ним и так далее. Более продолжительный срок, либо вообще предложить расстаться. На время хотя бы, потому что вы устали от этого. Что делать, решать вам. Но человек должен захотеть. И мне не думается, что это прямо вот именно игромания. Скорее, это образ жизни. Человек не хочет, человек не страдает, человек работает, человек не вредит себе. Игромания — это когда человек и не работает, и ничего не делает, только играет. А он работает. Поэтому игромания, эта ситуация может весьма тяжкой. Может быть, вам удобнее думать, что это игромания, чтобы оправдывать его поведение. Потому что тогда получается, что он специально это делает, и вы ему не нужны, а вы боитесь одиночества. Может быть, так? Но тогда работать нужно с вами. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.